В этот раз приехал женский велосипед спортмастер. Сейчас полностью соберем, покажу, что получится. Переделка полным ходом. Поставили спереди только одну звезду. Поменяли колесо с белого на черный обод. Поставили офигенную резину. Смотрится, как будто это полуфет. Сейчас поставим новую вилочку. Не белую, а черную, потому что будет меньше пачкаться. И переднее колесо тоже такое красивое. И весна. Смотрите, как здорово смотрится. Рама на фоне цветущих вишен. Такой велосипедик у нас получился в итоге. Спереди одна звезда, сзади несколько. Короткий вынос, руль с подъемом.